Криптовалютная биржа Binance перевела команду и бизнес в Республику Мальта. После посещения и оценки нескольких регионов, руководство биржи согласилось инвестировать в остров. Несомненно, стартапы и многомиллиардные конгломераты переместятся в страны, обладающие законодательными органами с передовыми регуляторами. Теплый прием в Средиземном море станет примером для других стран. Япония и Южная Корея также стремятся предоставить разумные правила для бизнеса, чтобы их рынки могли расти экспоненциально без регулятивных конфликтов.